Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на 4 королевы. Тема расклада – ближайшая неделя, будущая неделя. Что ждет? Итак, у нас 4 варианта, 4 стихии, 4 камушка. Выбирайте по номеру, по своей стихии. По цвету камушка, возможно, интуитивно, возможно, вы пожелаете посмотреть 2 варианта, возможно, ну, где-то, да, сработает интуиция, что тебе нужно посмотреть именно этот, например, какой-то определенный вариант. Обязательно пишите комментарии, желаете ли вы видеть расклад такого формата. Возможно, есть какие-то вопросы неучтенные, да, в этом раскладе, и вы хотели бы услышать, да, их в следующем раскладе. Буду очень рада любому вашему комментарию. Обязательно ставьте лайки, чтобы больше людей смогли посмотреть это видео. Итак, мои дорогие, давайте начнем. Первая у нас, кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу. Первая у нас королева жезлов. Давайте мы посмотрим красный камушек. Давайте мы посмотрим, что же ждет предстоящая неделя наших прекрасных, гордых, благородных королев жезлов, темпераментных, жарких женщин. Итак, общий фон загаданной недели. Общий фон. Что я вам хочу сказать, что у вас предвещается очень интересная неделя. Во-первых, здесь идет момент, что вам что-то станет явным и ясным, что-то скрытое очень ярко вам проявится. Возможно, у вас сейчас возникает вопрос в решении какого-то определенного дела. Это дело будет решено, и будет оно решено, безусловно, в вашу пользу, потому что вот эта карта четырехлистный клевер говорит о том, что во всем, что бы вы ни делали на этой неделе, вам будет сопутствовать удача. Да, могут пройти такие моменты, что, возможно, очень неожиданно какой-то человек может проявить себя совсем с другой стороны. Но это значит, да, что человек как бы не удержался и показал свое истинное лицо. То есть вам будет очень видна правда. Да, здесь идет ситуация, что какие-то застарелые, возможно, дела могут принять активное движение. Вы можете встретить на своем пути человека из прошлого, старого какого-то знакомого или знакомую. Да, таким, так или иначе, этот человек может выйти с вами на связь. Возможно, это родственник, который находится далеко, да, потому что, ну, здесь все-таки идет дело, да, о людях, которые уже присутствуют в вашей жизни. Здесь идет момент обогащения. Возможно, придут какие-то финансы, возможно, даже очень неожиданные. Но здесь такая ситуация, что вам будут на вашем пути, да, какие-то вот вообще, да, сопутствовать удача просто, да, и вот будут какие-то моменты, что вы будете понимать, что это действительно, да, вам сопутствует некая удача. Для кого-то может пройти, что с вашего пути отведут определенного человека. Для кого-то может пройти, что где-то, например, вы куда-то не успели. Поверьте, так надо, потому что вот ситуация будет к лучшему, будет на лучшее. Но я здесь вам скажу, что, конечно, вы будете в силе очень активно изменить ситуацию, да, в свою пользу, в какой бы сфере это ни касалось. То есть ситуация такова: я вижу, как правильно, я вижу правду, и это дает мне возможность реально посмотреть на ситуацию и найти правильный выход, найти правильные направления, правильные движения. И здесь действительно, знаете, будут сопутствовать какие-то мелкие, такие удачные моменты. А может пройти, что прям такая, знаете, вот очень выгодная какая-то ситуация, очень выгодная какая-то сделка
возможность, предложение. Это может быть какая-то очень интересная встреча, интересное знакомство. Вообще-то ваша неделя очень интересной будет. И, возможно, где-то даже, знаете, такая особенная, особенная. Здесь вот идут какие-то прямо разговоры, понимаете? То, что варилось, то, что как-то клекотало, знаете, бурлило, оно вот себя сейчас покажет, проявит, знаете, и возможно, для вас очень даже неожиданно. Я вам скажу еще, что есть какой-то вот такой мужчина, знаете, крепко стоящий на ногах, очень ресурсный, он наблюдает за вами, вы кому-то очень нравитесь, да, он находится в тени, этот человек. То есть он, ну, скрывает, возможно, свой интерес. И вот на этой неделе очень вероятно, что для вас станет ясно, понятно, и, возможно, да, как-то на какие-то моменты в вашей жизни вам буквально откроются глаза. Очень, я бы сказала, даже важная неделя для вас. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим дальше. Итак, работа, да? Что ждет на работе? Работа. Вот смотрите, в работе идет ситуация некой победы. Какая-то ситуация, которая была закрыта, ожидался какой-то, возможно, разговор, возможно, какое-то решение, да, это решение принято, и это решение, оно как бы идет на вашу пользу. Вообще, в работе период спокойный. Единственное, что вам нужно быть, возможно, в какой-то степени начеку, да, отстаивать свои границы, отстаивать свое мнение, знаете, где-то не давать слабину, быть где-то, возможно, пожестче. Потому что, да, вот есть вокруг вас люди, которые не прочь бы посмотреть на ваше падение, да, и поклевать мясца. Да, здесь идет момент, они как бы в тени, да, они не проявляют ярко свою агрессию. Но, тем не менее, да, поджидают момента, они за вами наблюдают. И сказать, что как-то плохо действует, нет, но они наблюдают. Я вижу, что вы, конечно, будете победителем, но стойте на своем. Если вот какая-то будет острая ситуация, старайтесь избегать конфликтных моментов, потому что вот действительно кто-то вас может на этот конфликт выводить. Отстраняйтесь. Отстраняйтесь, потому что человек желает, как вы знаете, показать вас с какой-то иной стороны. Почему? Он в противодействии с вами. Понимаете? Человек с вами в противодействии. Человек с вами в какой-то конкурентной борьбе. И может такое пройти, что будет вас на какой-то конфликт выводить. Как, да, вот совет вам стоять на своем, не уступать. Вообще я вам скажу, что очень твердая, классная позиция у вас на работу. И идет момент победы. Если вы ищете работу, очень большая вероятность, что работу вы таки найдете. Идет ситуация, что стойте на своем, не разменивайтесь. Свое место вы обретете. Там, где вы будете уверены, там, где вот по королю земли будет именно ваше твердое место. Такое стабильное и мощное, но нельзя вот как-то уступать, да, уступать, возможно, каким-то конкурентам. Очень большая вероятность, что будет удачное какое-то собеседование, когда вот действительно, да, нужно отстоять свой интерес, а вас будут, знаете, как разбирать на запчасти. Но очень большая вероятность, что вас таки возьмут на работу. Вас возьмут на ту работу, которая ваша. И вы действительно там будете крепко стоять, и действительно вам там будет хорошо. Если вы вот сейчас уже все стабильно у вас на работе, здесь, конечно, идет момент некой победы. Что-то у вас ярко очень получится. Очень ярко получится. Но вот этот человек, да, имейте в виду, что вас будут выводить на конфликт.
держитесь устойчиво, да, будьте в себе уверены и не давайте, знаете, возможность каким-то пересудам, каким-то обсуждениям, потому что только вы войдете в какой-то конфликт, да, это будет какая-то неприятная ситуация, которую будут все обсуждать, это вам не надо. Избегайте конфликта в этой ситуации, это будет очень мудро. Вот так вот, идем дальше. Давайте посмотрим на финансы, да, финансы на следующую неделю. Финансы. Вот эта карта, да, показывает нам, что правда вам будет видна, и вы с наилучшим результатом выйдете из любой ситуации. Но действительно, кто-то вас может неприятно удивить, даже вы можете не ожидать такого человека, но будьте готовы. Будьте готовы. Итак, идем дальше. Финансовая жизнь этой недели. Что у нас здесь? Вот смотрите, здесь, конечно, идет момент покоя. И момент покоя. Есть какие-то у вас мысли? И я скажу, что финансы будут, возможно, не такие большие, как хотелось бы. У вас могут быть непредвиденные траты, да? Непредвиденные траты, как... Вот смотрите, деньги приходят, но небольшие. Идет момент не трать, нужно копить, нужно собирать. Да, находись в спокойном состоянии, потому что очень много чего хочется, да, а нужны деньги будут. А возможно, будут нужны деньги, это будет связано как-то с любимым человеком. Возможно, вас куда-то пригласят, возможно, не сейчас, да, но туда дальше. Возможно, какие-то планы на какую-то поездку у вас с любимым человеком. Потому что идет момент, сейчас не трать, они тебе понадобятся, и ты их потратишь потом с большим удовольствием, с большим результатом, одерживая победу, да. И одержишь победу. Ну, здесь идет момент какой-то поездки. Поездки с любимым человеком. Или, возможно, в общем поездки. Я вам скажу, что у вас, конечно, время очень хороших каких-то финансовых действий. Да? Финансовых каких-то, возможно... Ну, покажи. Вы знаете, что идет ситуация, что вы как бы не видите, но большой доход идет к вам, большой доход. Вот вы одержите победу, но нужно подождать. Вот карты говорят, что нужно подождать. Эта энергия, она уже запустилась, и она будет работать определенное время. Не только неделю, да, это может быть время больше месяца. И сейчас только начало. Это только, знаете, как начало вот этого движения. И сейчас карты говорят, что нужно как бы вот эти денежки, да, как-то собрать. Мысли, да, возможно, свои как-то обдумать. Все хорошо. Потому что вот идет момент, что финансы-то твои существенно увеличатся, да. Они будут как вот этот дракон. И вот эта сила энергетического вашего финансового канала, она говорит о том, что деньги вам очень понадобятся. И они вам, знаете, как в определенный момент, это будет какая-то ваша победа. То есть здесь идет такой момент. На этой неделе старайтесь особо не тратиться. Особо не тратиться. Да, это может быть как что-то связано с вашим любимым. Возможно, вы куда-то поедете вместе, да. Возможно, что-то общее. Если вы сейчас без пары, да, очень может быть, что вам понадобятся деньги, да, дабы шикарно выглядеть на свидании. И вам нужно будет что-то приобрести. Но сейчас говорят, что вот в каком-то спокойном состоянии нужно оставаться. Не спеши тратить. Но деньги будут приходить. Деньги заслуженные, они как, знаете, приумножатся, да, они как будут иметь нарастание. Итак, идем дальше. И дальше у нас любовь. Давайте посмотрим для начала, кто в паре. Для тех, кто в паре, следующая неделя в любви. Для тех, кто в паре, давайте посмотрим. Какая-то перемена у вас прямо идет. Идет, с чем связана эта перемена?
какое-то ожидание, возможно, кто-то находится на расстоянии, сильно беспокоится за своего мужчину, сильно переживаете за человека своего, и могли бы то, что он скучает за вами, что вы за ним, и какие-то переживания, волнения. Очень может быть для тех, кто на расстоянии, может пройти вот такая ситуация, каких-то стрессов. Чувства есть, безусловно, чувства прекрасные, чувства чистые, да, и здесь у нас и вот этот, знаете, какой-то праздник идет. Возможно, вы ждете, да, каких-то вестей, возможно, вы ждете человека, да, куда-то он поехал, да, и вы переживаете. И ждете этого человека. Но вот эта карта четверка жезлов нам говорит, ну вот, что этот человек приходит к вашему огню, да, и уже все равно, что творится в мире, уже все равно, что происходит за окном, да, мы счастливы, мы вместе, у нас все прекрасно. Но вижу, что какое-то волнение есть, возможно, какие-то вопросы у вашего партнера, да, в финансовом плане. Ну, какие-то переживания, почему-то ожидания, да, ожидания, какое-то стрессовое ожидание. Возможно, вы переживаете за любимого мужчину. Если мужчина рядом, да, это связано с финансами, с какой-то работой его. Девочки, что бы ни было, я вижу, что очень хороший, ну вот солнце, да, оно все осветит, оно все проявит, оно все очистит. И вот этот праздник, да, он будет в вашей паре, он будет в вашем доме. Возможно, вы сейчас находитесь в ожидании, и еще это ожидание продолжится, да. Но я вижу, что идут какие-то хорошие новости после вот этого какого-то, да, разрушительного вашего состояния внутреннего. Идет солнце, да, то есть это примирение в паре, это прекрасные новости, это мечты, желания, планы на будущее, перспективы на будущее. Это ситуация, когда проясняется все, да, и все тревоги уходят. Но действительно здесь вот такой момент есть. Есть, что возможно ваш человек вот на расстоянии. Если близко, да, если близко, вот эти ваши какие-то переживания. Ну, здесь выходит императрица. Если у мужчины есть какие-то материальные вопросы, которые сейчас вот волнуют, да, вашу пару, здесь пока старшему аркану императрица, возможно, нужно подождать, но результат в финансовом плане он действительно будет. Будут плоды, будет результат всех стараний, да, будет конкретное вознаграждение. Вы для этого человека очень важная женщина. И ваши тревоги, да, вы не можете не волноваться. Такова женская энергия, такова женская суть. Заботиться, охранять, да, беречь. И мы от этого не уйдем. Но что я вам хочу сказать? Какой бы ни была ситуация, посмотрите, солнце осияет все. Все наладится, все будет хорошо. Будет прекрасное будущее, будут прекрасные результаты. И все, и в вашем доме будет праздник, в вашем доме будет счастье. А эти тревоги, они отойдут с вашей жизни. Но сказать вам не волнуйтесь я не могу, потому что вижу, что возможно... Ваша энергия, она действительно является защитной, да, она действительно является той энергией, которая этому человеку помогает. Несмотря на то, что он где-то там, да, какие-то материальные вопросы решает, чего-то желает достигнуть, и действительно какие-то перемены идут, да, или, да, он на расстоянии, вы за него переживаете. Ну, то есть, есть какой-то вот такой момент, да, тревожных мыслей. Но в паре идет какая-то перемена. И вот смотрите, какая это перемена прекрасная. Здесь идет солнце и императрица. Прекрасное движение вперед. То, что сейчас вас тревожит, то, что сейчас вас беспокоит, оно действительно уйдет. И в вашей паре будет праздник. Будут очень активные, яркие, красивые, да, страстные проявления со стороны вашего партнера. Итак, давайте будем смотреть дальше. Для тех, кто в поиске, для тех, кто сейчас в свободном выборе. Для тех, кто в выборе, покажи. Вы знаете, не спешите с какими-то выводами. Я вижу, что
будет кто-то проявляться, и, возможно, у вас будет в некой степени двойственная ситуация. То есть это может быть общение через соцсети, через телефон, через экран. Это некий момент, да, что вам что-то нужно пройти, то есть какой-то первоначальный этап, первоначальный момент. Вам нужно пройти какой-то мостик. Не спешите с какими-то вот выводами. Я скажу так, в принципе, у вас очень даже спокойный вот этот период, да, будет ли знакомство новое, да, в этот период. Даже очень перспективное. Даже очень перспективное. Но здесь идет момент, что какой-то период, он будет, знаете, таким переходным. Возможно, чтобы человек как-то достучался, да, до вашего сердца. Но очень вероятно по десятке пентаклей, что очень классное знакомство действительно может произойти. Да, да, вам вот может возникнуть очень нежные чувства, очень классная симпатия. Но вот видите, не стоит как-то спешить, да, находитесь в неком спокойствии и узнайте лучше этого человека, да, пусть он вас добивается. Но такое знакомство очень может быть, и развиваться оно очень даже в каком-то правильном русле. Угу. Почему я вам так скажу? Потому что я вижу, что у вас есть какой-то предыдущий опыт, да, и вы находитесь в каком-то, возможно, страхе, возможно, в каком-то разочаровании, да, где-то, и вы устали, устали от того, что мужчины, ну, возможно, не очень приятно вас удивляют. И потому у вас есть немножечко такой момент оградиться, да, лучше узнать. Но вижу, что возможность нового знакомства очень велика. Но также вижу, что, возможно, какие-то ваши страхи вам очень, знаете, как-то вы очень осторожны. Но я вам скажу, что по справедливости тот, кто ваш партнер, тот, кому вы действительно нужны, никаких ваших, знаете, колких ограничений не побоится и будет в вашу сторону действительно проявляться. Я вам скажу, что действительно по карте справедливость очень вероятное знакомство с человеком, у которого слова и действия находятся в четком балансе. И с человеком, которому действительно можно доверять, и с которым действительно можно входить в некие отношения, которые могут иметь большую перспективу. Очень даже может быть хорошее знакомство. Ну и да, здесь, конечно, идет какой-то момент и осторожности, да, но и вот эта карта удачи все-таки говорит, что да, и в этом случае вам может очень хорошо повезти. Очень благоприятное даже время, несмотря на то, несмотря даже на вашу какую-то осторожность очень. Давайте посмотрим дальше, что у нас, что вам нужно знать, да? Что нужно знать на следующую неделю? Что нужно знать? Угу. Боже, девочки, будет по десятке кубков какое-то очень хорошее событие. Вот действительно идет момент удачи, да, возможно, какое-то спокойствие, хорошее время, да, радостное время, какое-то исцеление каких-то контактов в семье. И что вам нужно знать? Ваши активные действия приведут к счастью, они будут иметь очень хороший результат. Не сомневайтесь в себе, действуйте активно, и будет некое ускорение, которое вас приведет в десятку кубков. Очень даже классное время для нового знакомства, для новых отношений. Очень классное время как-то исцелить отношения уже существующие, да, развить их, перейти на новый этап отношений. Это прекрасное время наладить вообще свою личную жизнь. Я вижу, что очень многое будет вам помогать. Это не значит, что эта неделя пройдет, знаете, как по маслу. Могут быть какие-то вот такие моменты, которые вам четко будут показывать. Обрати на это внимание. Прислушивайтесь к своей интуиции. Это большая женская сила. Итак, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если понравилось. Мы будем идти дальше. Второй вариант. Второй вариант у нас королева мечей. Давайте посмотрим королеву мечей. Итак, общий фон.
на неделе для нашей умной, очень возможно требовательной, но безумно романтичной королевы мечей. Женщины, которые прекрасно выглядят, но могут одним взглядом поставить человека на место. Итак, давайте посмотрим. Новая неделя. События новой недели. Знаете, у вас вышла карта целительства. Ваша ситуация в вашей жизни очень существенно изменится в лучшую сторону. Если кто-то болеет, да, идет момент четкого выздоровления, вы выходите из этого состояния. И это, знаете, болеет это может быть и в материальном плане, и в ваших сердечных делах. То есть это некий момент исцеления ситуации в вашей жизни. Да, у нас здесь идет какой-то вот такой момент. Что-то подошло к концу. Что-то подошло к концу. Идет момент, когда с вашей жизни что-то выметается и приходит новая, активная, классная энергия. Действительно, энергия исцеления, энергия обогащения, энергия, знаете, какого-то, возможно, накопления нужной для вас информации и нужной для вас энергии. Я вижу, что то, что-то черное заканчивает свое движение, оно обнуляется, оно как бы попадает в сеть. Здесь есть такой момент, если у вас какие-то есть недоброжелатели, здесь действительно люди попадают в свои же сети. Очень может идти момент какой-то обратки, идет момент какого-то вашего очищения. Да, здесь, конечно, такая ситуация. От кого вот этот негатив показали карты, да? От кого этот негатив идет? Это идет негатив, возможно, даже жаба давит, понимаете? Зависть. Зависть людская. Людская зависть и какой-то красоте, какому-то вашему успеху, вниманию мужчин. Вы буквально освобождаетесь какой-то зависти, человек попадает в свои же сети. Я вам скажу так, если о вас ходят какие-то сплетни, человек попадает в свои же сети. Если вам что-то, кто-то желает, знаете, как-то на работе где-то подставить, или вообще, знаете, какие-то сплетни на вас наводит, человек попадет в свои же сети. То есть, или будет разоблачен в обмане, или вообще, да, вот как-то пострадает этот человек, но вот идет момент некого обнуления какой-то вот такой темной энергетики, которая находится вот рядом с вами. А у вас идет исцеление. И что интересно, что-то выметается. Вы понаблюдаете, кто за эту неделю из вашей жизни уйдет, да? Здесь может пройти так, что какая-то ваша сотрудница или уволится, да, или как-то уйдет в отпуск, например. Это может быть момент какой-то вашей соседки резко заболевшей. Это может еще вот какая-то быть такая ситуация, потому что, смотрите, здесь идет момент кармы, тройного закона. То есть человек получит по заслугам. Какая-то ситуация, которая, да, была направлена на то, чтобы каким-то образом вам навредить, она обнуляется, человек попадает в свою же сеть. А у вас идет момент исцеления, возобновления вашего энергетического баланса, вашего финансового канала, вашей энергетики и любовной энергии. И действительно, что-то лишнее из вашей жизни выметается, все приобретает и приходит на круги своя. Вот такой вот момент. С вашего жизненного пути, с вашего судьбоносного пути никто вас не сможет свести. А люди, которые пытаются, да, они попадают в свои же сети и будут иметь не просто, да, то, что сделали, а это будет как паутина, из которой человек не сможет выбраться. То есть человек, ну, возможно, да, какие-то долговые обязательства войдет, из которых не сможет выйти. То есть ситуация в жизни будет очень сильно усугубляться у человека. Вот так вот.
Вы просто вот освобождаетесь, да, наполняетесь энергией, наполняетесь жизнью, наполняетесь новым и прекрасным. Здесь даже может пройти момент, возможно, вас кто-то обидел или что-то забрал ваше, да, ваш какой-то успех, вашу любовь, какие-то, возможно, материальные блага. Но здесь человек получит свою расплату. Очень-очень жесткую расплату получит человек. Вот так вот. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше, потому что вижу, что ваша неделя будет очень интересной. Это может быть даже и человек нечетко из вашего сегодняшнего окружения. Это может быть человек, который немножко, знаете, на каком-то как расстоянии находится. То есть, но он свое, вот как пришло время, знаете, ситуация обнулилась, и он попал в свою же сеть. Может касаться каких-то ваших прошлых отношений. Тоже очень может быть. Давайте посмотрим. Итак, работа. Что у нас на работе? У вас идет какая-то перемена. Возможно, появится что-то новое. Какие-то новые новости, новые какие-то проекты, новое какое-то обновление. То есть начинаем что-то с нуля. Очень, ну вот прямо идет перемена, и мы что-то начинаем с нуля. Но я вам скажу, что вы готовы к этой какой-то перемене. То есть у вас есть знания, у вас есть умения, четкое понимание, да, как сделать правильно, как поступить правильно. И в принципе, да, вот... Такая карта некого мастерства, дохода финансового. И вообще вышла карта работы. Это хорошее время. Хорошее время на работе. Несмотря на то, что идут какие-то перетрубации, какие-то перемены, изменения, трансформации, да, вот что-то, вот какие-то перемены идут. Но я вижу, что вы эти перемены очень хорошо пройдете. Здесь может пройти такая ситуация, что сверху, да, кто-то давит на ваше начальство. И это начальство ваше, оно может, вот, знаете, особенно мне идет вот середина недели, да, это вторник, среда, может топать, понимаете, вот так ходить, цепляться, что-то требовать, непонятно что, знаете, желает. Почему? Потому что на людей давят сверху, от них что-то требуют. Или какая-то ситуация сверху не очень удовлетворительная. И потому, знаете, оно как сверху спускается вот к вам. То есть это какая-то нервотрепка немножечко, знаете. Но я вам что хочу сказать, не переживайте. 1-2 дня это все утихнет, это все уляжется. И ни в коем случае, знаете, как-то, ну вот, работаете и делаете свое дело, и трудитесь, и, знаете, будете иметь хороший результат, будете иметь вознаграждение. То есть нужно на эту ситуацию смотреть немножечко, знаете, как-то с высоты, потому что вот это топанье, вот эти какие-то, знаете, непонятные требования, они идут сверху. Возможно, начальство будет меняться. Возможно, какие-то, знаете, какие-то там, какое-то там давление именно идет сверху. То есть там сверху кричат на них, они приходят сюда и начинают топать, начинают что-то, знаете, дергать. Начинается вот какая-то, знаете, такая вот ситуация. Так спокойно относитесь к этому, потому что это очень временный период. То есть это 1-2 дня. День закончился, пошли домой. Спокойно чаек с ромашкой попили, ванну приняли, отдохнули. И понимайте, что эта вот работа, это всего лишь для того, чтобы жить. И это, знаете, не есть центром Вселенной и не есть вот основой даже вашей жизни. Потому что работа может, знаете, как-то... Сохраняйте вот этот баланс Верховной Жрицы, да. Знайте, что вы немножечко как бы выше над этой ситуацией. И она настолько краткосрочная и настолько она, знаете, ну, не решающая вообще.
То есть это что-то пустое. Ну вот такое, знаете, оно что-то вот может происходить, когда начальство топает и не знает, к чему прицепиться и что сделать. Но могут быть и иного рода трансформации. То есть кто-то может уйти, а прийти новый человек. И вот понаблюдайте, кто ушел, потому что эта карта, вот она не зря вам вышла. Вот так вот. Ну что ж, идем дальше. Смотрим на финансы. Финансы на следующую, на будущую неделю. Финансы. Будет искушение потратиться. Будет искушение потратиться. Я вижу, что денежка идет. Что денежка идет, и вы, как бы, знаете, все как бы держите под контролем, но будет искушение деньги потратить. Ну да, здесь вот такая, знаете, борьба добра и зла. То есть тратить деньги или не тратить. Да? Вот это такой соблазн купить какую-то вещь. Будьте осторожны в покупках, потому что это идет такая ситуация, лучше, да, подумайте до завтрашнего дня, нужна ли вам определенная, да, какая-то вещь, потому что, ну, вот эта карта, она говорит о том, что может быть какая-то вот покупка, да, как бы по обману, как бы, знаете, как вам могут что-то навязать, вам могут, знаете, там рассказывать, что капец, капец, как вам красиво, вы придете домой и поймете, да, что это не сочетается как-то с вашим гардеробом, например, или что эта вещь не так уж и качественна. То есть здесь нужно отойти в сторону и хорошо подумать. Не спешите, да, но я вижу, что здесь прям будут, знаете, как-то наседать. Что-то вам будут предлагать очень-очень усердно. И, возможно, знаете, да, это такая карта, знаете, такой активной торговли, когда тебя убалтывает что-то купить. И здесь буквально нужно отойти в сторону, хорошо подумать. Вы примите правильное решение, да, но не спешите с ним, да. Походите, посмотрите, да, возможно, что-то вы найдете лучшее. Очень благоприятно в это время вложиться в какое-то свое обучение, какое-то свое просветление, да, в себя любимую обязательно. Это причесочка, купите каких-то масочек, купите каких-то, знаете, вот для красоты, для ухода, что-то вот для себя, да. Но будет какой-то момент, и вас как бы будут убеждать на какую-то вот солидную очень трату, на очень солидную трату. То есть это даже не туфли, это что-то дорогое, да, и вас просто будут убалтывать, можно сказать, обманывать, да, затягивать свои сети. Здесь нужно немножечко, да, вот отойти в сторону и хорошенечко подумать. Вообще-то, что по деньгам? Я вижу, что деньги придут. Более того, я вам скажу, если у вас есть какая-то кредитная ситуация, у вас будет возможность выровнять эту кредитную ситуацию. Здесь может пройти момент, что кто-то может прийти одалживать деньги. Очень внимательно, вот, да, на это посмотрите. То есть тоже возьмите время, хорошо подумать. Потому что такая ситуация может быть. Если одолжат, ну, можете не дождаться, да, этих денег назад. Лучше не одалживать вот в этот период деньги. Или ту сумму, которую, да, вы можете позволить себе, что вы ее не ждете, вот эту сумму. А так, я вам скажу, да, уделите и потратьтесь на себя. Потому что вот и эта карта целительства, да, она говорит о том, что тебе нужно восстановиться, да, тебе нужно вот в энергетическом каком-то плане порадуй себя каким-то, да, вот уходом, да, каким-то, чем-то приятным вот для себя. Потому что, возможно, у вас есть такой момент сильной заботы о ком-то. И вы себя немножечко в сторону отодвигаете. Не делайте так. Будьте на первом месте. Потому что идет момент, что я и о нем подумала, и о том подумала, еще о ком-то подумала, и шла с работы, собачку покормила дворовую, да, и на работе кого-то, и кофе угостила, и еще. А потом прихожу домой и осознаю, а что же я сделала для себя, да. А приятно себе я сделала, а о себе я позаботилась. Поэтому, девочки, немножечко нужно вложиться в себя. Вот так вот. Давайте будем смотреть дальше.
Любовь для тех, кто в паре. Давайте посмотрим. Для тех, кто сейчас в паре. Личная жизнь на ближайшую неделю. Для тех, кто в паре. Угу. Ну вот смотрите, прекрасную картину. Королева, да. Мужчина, женщина, партнерские отношения, и в этих отношениях равноправие и справедливость. Если вы ждете какой-то встречи, да, вы не зря ждете. Эта встреча будет очень продуктивной, очень, знаете, стоящей. То есть какие-то ваши ожидания действительно по карте справедливости, они будут оправданы. Активные действия со стороны мужчины, очень активные, очень, знаете, как-то направлены в вашу сторону. Человек желает партнерства. Если вы с человеком на расстоянии и ждете, да, вот не зря ждете. То есть какая-то справедливость, да, существует. В отношениях, если вы рядом, да, это какая-то планировка, да, возможно, неожиданно вы решите куда-то поехать, неожиданно вы решите какие-то, да, дальнейшие свои планы будете строить. Но я вижу, что, конечно, вы для человека, женщина, очень, знаете, ценная. Женщина, хозяйка сердца, хозяйка дома, да, то есть здесь человек очень к вам относится по справедливости. Ну, давайте посмотрим. Еще одну карту, да, здесь, конечно, радость. Радость, возможно, от какой-то дороги, да, от каких-то новых планов. В чувствах радость, приятное времяпрепровождение. Очень может быть, что вы с любимым мужчиной, с любимым человеком можете, это может быть как приятное свидание, это может быть какая-то очень приятная поездка совместная, или просто, да, романтический ужин на двоих. Да, вот так вот. Вообще очень классная атмосфера, очень классная. Все хорошо. Если вы, например, на сегодняшний день между вами есть какое-то разногласие по справедливости, вы найдете нужные слова. Я вижу, что человек может прийти первый действовать на примирение, потому что, ну, желание партнерских отношений, желание стабильных партнерских отношений. Итак, идем дальше. Для тех, кто в поиске. Для тех, кто в поиске. Новая неделя, да, для тех, кто в поиске. Так. Вот смотрите, по справедливости к вам держит путь какой-то мужчина. Мужчина, у которого есть любовный интерес. Возможно, вы еще думаете о ком-то, да, о ком-то, кто, ну вот, разбил вам сердце. Очень может быть. Вот смотрите, по справедливости новая какая-то встреча очень вероятна. И действительно в вашу сторону направлен человек с любовным интересом. А ваше состояние, да, какое-то немножечко отдаленное. Возможно, вы еще думаете о ком-то, да, или о каких-то вот отношениях. Что-то, какой-то шрам оставило. И вы вроде бы как и готовы, вроде бы вы и мечтаете, да, о новых отношениях. Но вот как-то вы высоко, далеко, да, и о чем говорят карты, что это нужно отпускать немедленно, это нужно вот какую-то свою сердечную боль, какие-то свои мысли, старайтесь, да, вот как-то убрать, а думать уже о новых планах, думать уже о новых отношениях, потому что по справедливости такое, ну вот такой человек, он действительно идет в вашу жизнь. Вот смотрите, здесь идет момент исцеления. Возможно, у вас какие-то были болезненные отношения, и вы вроде, да, как бы готовы к отношениям, но как только мужчина к вам приближается, вы понимаете, что вы строите стену, что вы как-то где-то, да, вот вам тяжело какие-то сделать шаги, идти навстречу, да, вот как-то человеку открыться. Но вот по справедливости человек с любовным интересом идет в вашу жизнь. И отбрасывайте прошлое. Думайте и стройте планы на будущее. Вот так вот.
Давайте посмотрим дальше. Что нужно знать? Что нужно знать вам? Что нужно знать этой женщине? Прекрасная картина. Вы действительно, вы знаете, человек, который вас любит, который достойный быть победителем. Вот здесь идет момент, приятные новости от человека, который вас любит, которому вы нравитесь. Это могут быть проявления какие-то, или вот если вы в паре, это какие-то очень хорошие новости от вашего любимого мужчины. И вот эта карта силы, она говорит о том, что тебе дана большая сила, ты просто не видишь. Ты просто не видишь, насколько ты сильна, ты просто не видишь, какая в тебе сила, какая ты прекрасная женщина. И все у тебя получится, и не сомневайся в себе, ты достойна большего, ты достойна самого-самого лучшего. Вот такой вот у нас расклад для Королевы Мечей. Давайте будем смотреть дальше. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно оставляйте комментарий. Дальше у нас Королева Монет. Давайте посмотрим, что у нас. Королева Земли. Заботливые женщины с энергией творения, энергией создания. Очень умные, заботливые, с прекрасным вкусом. Ничего лишнего в этой женщине. Энергия создания, энергия увеличения, заботы. Давайте посмотрим. Следующая неделя, будущая неделя. Какое оно будет для вас? Что-то заканчивается в вашей жизни. Заканчивается какой-то тревожный период. Идет момент, что что-то, да, сгорает, да, и вот какая-то ваша тревога, какие-то ваши заботы, хлопоты, они просто испаряются, да, сгорает вот. Но какое-то время, да, заканчивается. Время на что, покажу. Какое-то важное решение будет, решение, которого вы действительно ждете, и это решение будет очень значимым для вас. В жизни что-то важное должно произойти. Да, возможно, этот период, и вот эта неделя еще будет в неком периоде ожидания. Но то, чего вы ждете, да, оно действительно будет иметь большую силу, будет очень стремительным, будет очень важным. И какая-то вот активность прям движется в вашу жизнь. Здесь идет момент некого освобождения, правильного направления. Вижу путь, да, вижу ситуацию, некий момент ожидания, да, что вот что-то должно закончиться, что-то заканчивается в вашей жизни. Идет момент стремительного движения. Итак, я вам скажу, что какие-то будут даны вам возможности. Очень яркие возможности. Момент какого-то доминирования. То есть какая-то ситуация у вас выйдет на первый план и будет очень важной. Но что я вам хочу сказать? Что эта ситуация дает вам возможность свободы. Свободы, возможно, передвижения, какого-то движения, решений, творческого потенциала. Что-то для вас очень явным станет. А здесь, возможно, заканчивается какая-то ваша сердечная боль, какие-то ваши переживания. И действительно в жизни начинается очень активное движение. Очень какой-то активный момент в жизни будет. Давайте посмотрим, что у нас на работе. Работа. Что на работе? Вот смотрите, на работе приятное времяпрепровождение. Вот какое-то веселье. Возможно, вы с сотрудницами будете что-то праздновать, да, в каком-то узком кругу, да, или просто какие-то приятные разговоры, приятная атмосфера, приятная обстановка, шутят, да, разговаривают о чем-то. Работа идет, да, работа как-то продвигается, да, имеет очень хороший результат по справедливости.
То есть на работе очень спокойно, очень даже хорошо может пройти ситуация, что вас оценят по справедливости. То есть некие, да, бонусы будут. Но здесь идет вот момент некого выбора. А что этот выбор даст вам, да? Ух ты! Девочки, у вас на работе есть мужчина, который действительно, несмотря даже на то, что вы можете быть в паре, вы ему очень симпатичны, вы ему очень нравитесь. И он буквально вами любуется. И этот человек, он может как-то проявлять свою симпатию в вашу сторону. Здесь вот такое может быть. Да, и вы будете в какой-то затруднительной ситуации, когда вы не желаете человека обидеть, но и понимаете, возможно, что ну, вам или не по пути, да, или ситуация вот не способствует как-то вашим отношениям. А возможно, наоборот, это то, что вам надо, и вы, знаете, как-то примите это с радостью. Но будет какой-то момент выбора, да, что мне делать, да, что мне делать. Но я вам хочу сказать, что, конечно, какое-то проявление, да, вам будет явно видно, что вы этому человеку очень нравитесь. Для кого-то может пройти, что этот человек старше, для кого-то может пройти, что этот человек даже и младше вас. То есть здесь будет какой-то вот такой нюанс. Будет какой-то нюанс. Вот так вот. А вообще по работе очень спокойная, приятная атмосфера и, конечно, даже очень хороший результат. Приятная обстановка на работе. Давайте смотрим дальше. И дальше у нас финансы. Финансы. Что с финансами у нас на следующую неделю? Что с финансами? Очень хорошо. Вот смотрите, здесь, конечно, идет момент наполнения в финансах. Наполнение. Но и также могут быть непредвиденные какие-то расходы. Непредвиденные, знаете, как-то нужно бежать, нужно как-то быстро действовать, быстро, активно действовать. У вас может быть такой момент, хочу это или хочу это, или и то, и другое. Что-то связанное с финансами, будет какой-то разговор важный. Разговор с мужчиной по поводу финансов. Я вам скажу, что у вас очень хорошая энергия на финансы. У вас прямо идет какой-то, да, начинается какой-то поток наполнения вашего финансового состояния. Возможно, долго ожидаемого. То есть я бы сказала, что идет момент прихода финансов. Вы себя будете чувствовать, как рыба в воде. Будете довольны, возможно, да, сможете себе что-то купить. Это может проходить как долгожданная какая-то очень радостная покупка. И будет разговор с мужчиной. Возможно, кто-то вам что-то будет предлагать, да, или продавать, или давать. И здесь идет такой момент, что вы, возможно, одна, возможно, еще с кем-то. Вы будете что-то выбирать. Вы будете на что-то смотреть. Очень может быть, что это вот, ну, какая-то вот такая покупка, да, как поменять что-то, обновить что-то. Вот какая-то, какой-то такой момент. Вы что-то вот прямо выбираете что-то. То есть одно, да, то, что у вас дома, например, или как из трех. Например, вы пришли в магазин, и вам что-то понравилось, да? Есть одно, другое и третье, да? Похожие, да, вам нужно выбрать одно. То есть что-то вы будете выбирать из трех, самые лучшие для себя. В какой-то такой момент идет очень хороших покупок. Если у вас есть какие-то моменты, да, в финансовом плане, я вижу, ну, вы довольны, вы как рыба в воде, какой-то финансовый момент, радостный даже, связанный с финансами, он будет. И будет какой-то вот прям разговор идет с мужчиной, который вам что-то предлагает. Да, а вы будете размышлять, выбирать, да, как момент, как мне нужно созреть, да. Я просто хочу прийти, увидеть, вот нравится и все, и я хочу вот купить. А уже когда я начинаю выбирать, да, уже вот такое какое-то начинается. То есть будет какой-то момент выбора, да, что-то необходимое, что-то нужное, да, или что-то желаемое вами, вы что-то будете покупать. Я вам скажу, что это классная покупка будет. Очень классная покупка. Финансы.
хорошее очень финансовое состояние, очень хорошее. То есть какая-то вот такая уверенность, почва под ногами. То есть с финансами идет конкретное улучшение. Вот так вот. Идем дальше. Возможно, какие-то ваши хлопоты, да, связанные с деньгами, подходят к концу. Давайте посмотрим. Любовь. Любовь. И для тех, кто в паре. Для тех, кто в паре. Ну, что я вам скажу? Смотрите. Для тех, кто в паре. Туз земли. Счастье, которое имеет момент, да, расти, ставать больше, ставать продуктивней. То есть, что бы ни происходило, вы сможете ситуацию преодолеть, свое счастье в руках удержать, и это счастье приумножить. Старший аркан суд вам в помощь идет. Я вам скажу, что это на длительное время. То есть отношения на длительное время. Если вы в каких-то недомолвках, каких-то, знаете, ну, какая-то ситуация острая между вами, да, вот эта карта нам указывает, что это сгорит, да. Вы сможете преодолеть, сможете свое счастье в руках удержать. Идет момент страсти, идет момент движения, активности от вашего мужчины и такого, знаете, страстных любовных отношений. На длительное время по старшему аркану суду вам в помощь. И туз пентаклей. Прекрасная картина, девочки, для тех, кто в паре. Возможно, есть некий момент ожидания, да, возможно, кто-то где-то на расстоянии. Но я вижу, что вы все сможете преодолеть. И между людьми горит огонь. Люди тянутся друг к другу. Между людьми большая, знаете, огненная страсть, притяжение. Чувств очень много. Хорошо, давайте посмотрим. Для тех, кто в поиске. Для тех, кто в поиске. Девочки, смотрите, какая здесь ситуация. Вы кому-то очень нравитесь. Кому-то очень-очень нравитесь. Человек просто, знаете, вас воспринимает как женщину чистый соблазн. Очень вы кого-то притягиваете. И вообще я вам скажу, что здесь может быть женщина, которая и сама, да, разбила не одно сердце. Спокойная, уравновешенная, но тем самым, знаете, очень привлекательная и в нужный момент темпераментная. Но вы кого-то искушаете, вы кому-то очень сильно нравитесь. Я вам скажу так, конечно, здесь идет момент приятного времяпрепровождения. Имейте в виду, да, что вот тот, кому вы нравитесь, давайте посмотрим, что это за человек, что это за мужчина, тот, которому вы нравитесь, как его покажет карта. Он победитель, он будет действовать, этот мужчина. Конечно, он желает вознаграждения, он желает шанса. Можно ли с ним строить отношения? Да, и вот у нас вышел король воды. То есть, я вам скажу, что он уже есть, да, то есть вы в поиске, но есть мужчина, который действительно очень-очень как-то вами увлечен, я бы так сказала, да. На сегодняшний день этого мужчину что-то останавливает, идет момент некого созревания, да, некого выжидания ситуации. Но этот мужчина идет по десятке кубков, то есть он не только проявится, он может, вы можете с ним построить действительно классные отношения. На этой неделе этот мужчина проявится в вашей жизни. Он не спешит, он все-таки идет рыцарем земли. Так проявится, он находится близко где-то возле вас, этот человек. Идет некий момент трансформации, возможно, этому мужчине нужно приехать. Вот смотрите, у вас может быть с кем-то переписка завязаться. У вас может завязаться переписка с каким-то человеком. Он, возможно, вам так или иначе знаком. То есть вы где-то с этим человеком сталкивались. Сказать, что это новое знакомство, нет. Но
этот человек может вам написать, да, и появится ли он, идет некий момент трансформации, то есть, возможно, ему нужно приехать, возможно, он где-то сейчас вот находится не рядом с вами. На сегодняшний день вы знакомы с этим мужчиной? Покажи нам. Да, но вы на расстоянии. Вот, да, вот идет момент расстояния. То есть это может быть человек, с которым вы знакомы, но который сейчас на расстоянии, и он может вам написать, и может завязаться какая-то вот переписка, с которой действительно может выйти что-то классное. И вот и какое-то времяпрепровождение хорошее с этим человеком очень даже может быть. Вижу, что у мужчины действительно к вам очень большой интерес. Ну, давайте посмотрим. А новое знакомство возможно? Возможно ли новое знакомство с каким-либо мужчиной, да? Возможно ли новое знакомство? Девочки, смотрите, здесь идет такая ситуация, что, ну, больше мне идет, что именно вот тот мужчина будет проявляться. Мужчина, который вас или где-то видел, или знает, или как-либо с вами знаком, но сейчас находится на расстоянии, или вот вы в какой-то переписке находитесь, да. То есть здесь идет такой момент, что вам вот это нужно пройти. Вот этот момент, да, он у вас сейчас в жизни как-то проигрывается. Сказать, что знакомство, да, где-то на улице, ну, не вижу я, нет. То есть это какой-то человек вам знакомый почему-то идет. Да, то есть между вами сейчас может еще не быть отношений, но вы его знаете, и вы как-то вот можете начать с этим человеком общение. Вот так вот. Но я вам скажу, что здесь действительно есть перспектива. Есть перспектива на что-то, нечто большее и прекрасное. Вот так вот. Давайте будем смотреть дальше и посмотрим, что нужно знать. Что нужно знать королеве Пентаклей на будущую неделю. Что нужно знать. Ну вот, прекрасная картина. В вашем доме благополучие, на работе, да, все очень хорошо, и какое-то приятное времяпрепровождение. То есть могут прийти финансы и какой-то, да, праздник, веселье, приятные разговоры, возможно, куда-то пойдете, возможно, у вас какой-то намечается праздник, какое-то событие. То есть идет момент, вам нужно знать, что все будет хорошо. Что все будет хорошо во всех сферах, да, и в вашей личной жизни будет цветущий сад, и вы в этом саду прекрасная женщина. И в вашей работе некое мастерство, которое видит, которое ценит, и вы растете в своей индивидуальном развитии, в своем профессиональном развитии. Ну и я вам хочу сказать, что и личная жизнь тоже вас определенно порадует какими-то неожиданными событиями. Вот так вот. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите вопросы, которые вы хотели бы услышать на следующую неделю, да, для себя. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Итак, королева воды, чувственная, нежная, творческая личность, очень мягкий человек, но может проявить свой характер как стихия. То есть я могу дарить жизнь, но я могу нести и разрушение. Это разрушение может быть очень масштабным. То есть эта женщина, она может давать еще один шанс. Она как-то верит, да, в людей, что люди лучше, что люди, знаете, они, что люди все такие, как она, да, что они все любят, что они все сочувствуют. Но если эту женщину разочаровать, да, все, возврата назад нет. Вода сносит все на своем пути и имеет огромную силу. Так и эмоциональное состояние этой женщины. Несмотря на свою такую миловидную женскую, женственную внешность, эта женщина может очень существенно в энергетическом плане, да, быть очень сильным человеком и дать отпор любому. Итак, неделя для вас, да? Неделя для вас.
очень спокойная неделя. Я вам скажу, что все у вас будет и вообще вы под защитой. То есть все необходимое у вас есть, чтобы справиться вот со всеми какими-то жизненными ситуациями. Вообще идет момент, что вы под защитой. Очень может быть, что вами кто-то, знаете, как-то в любом случае ваш интерес поддерживает. Это может быть момент, когда, например, на работе, при обсуждении начальства, да, как-то вот начальство о вас говорит, да, и кто-то о вас отзывается хорошо. То есть я вам скажу, что люди к вам очень хорошо относятся. И в большинстве своем, вы очень приятная женщина. И вот на этой неделе я вам скажу, что вам очень многое удастся. То есть что-то вами запланированное, и даже больше, да, вот оно будет иметь определенно очень хороший результат. То есть, и вы знаете, может быть какая-то вот такая динамика, да, то есть одно за одним. Нет момента, что все навалилось сразу, да, будет какая-то периодичность, и ситуация будет приходить, да, и решаться по мере поступления. Вообще-то период для вас очень, вообще, в общем, очень благоприятный. Вас ждут какие-то очень хорошие новости, очень приятные новости, какое-то обновление, радость какая-то, знаете, какое-то вот хорошее событие, которое действительно вас порадует. И это не связано с чем-то материальным, а это именно в каком-то эмоциональном плане. Да, что-то вы узнаете, возможно, да, что-то для вас откроется. Какой-то будет момент такого обогащения, да, то есть в вашей жизни может появиться какой-то новый человек, в вашей жизни может появиться очень хороший друг, человек, который вас может поддержать в любой ситуации. Здесь очень хорошо какие-то контракты подписывать, иметь дела с какими-то документами, да. Если у вас есть какое-то свое дело, очень продуктивно будут какие-то, возможно, договора, дела, контакты с людьми. Вот здесь все очень-очень даже хорошо идет. И в этот период будут идти много знаний, да, какой-то момент обогащения. Вы как собираете, да, что-то, какие-то знания будут вам приходить очень даже полезные, нужная информация вам будет приходить, вот нужная вам информация. Что-то вы можете узнавать в очень для вас важный момент, очень важный период. Идет ситуация какого-то освобождения, для кого-то может пройти, что кто-то вообще пошел в отпуск, да, и сейчас вот просто наслаждается своим законным отпуском. В любом случае идет момент, что, возможно, какая-то ситуация вас отпускает, вы в состоянии освобождения от каких-то тревог. Вы в состоянии, когда какое-то дело решилось, да, то, что меня, возможно, тревожило, висело у меня над головой и так дальше и тому подобное, я как бы такое, да, ну, фух, да, вот как с облегчением вздохну. Вообще-то период для вас приятный, период какого-то расцвета вашего внешнего и внутреннего состояния. Очень приятная энергетика. Давайте посмотрим дальше. Итак, работа. Что у нас на работе будет происходить? Работа. Давайте посмотрим. Вы знаете, что здесь идет такой момент, что какого-то результата нужно будет подождать. То есть, возможно, вы сейчас над чем-то работаете, и вам нужно будет подождать какого-то результата. Но вы ждете не зря. То есть вас действительно ждет, возможно, какой-то новый этап. То есть вы к какой-то грани подошли, и вас дальше ждет что-то, какой-то новый восход, да, какая-то новая возможность, да, возможно, вам придет какое-то предложение, но это предложение, оно как бы идет как бы на будущее, да, то есть сейчас вы закладываете фундамент, чтобы в будущем, да, ждать вот этого восхода, да, какого-то вот классного результата. Если вы сейчас ищете работу, здесь идет момент, что вы в правильном направлении двигаетесь. То есть вас кто-то или направит, или еще что-нибудь, но вы будете радоваться, вы будете очень рады. То есть очень вероятно, что вы работу найдете, и вы действительно уже будете понимать, что меня ждет что-то лучшее, да, какое-то лучшая зарплата, лучшая работа, лучшая жизнь вообще, да.
Но вот этот путь, да, вы должны пройти сами. То есть вам какой-то толчок кто-то даст, но вот саму дорогу вы должны пройти сами. То есть вы сами должны произвести впечатление и в последующем вот справляться, да, вот с этим. Но вот некий фонарь вам кто-то все-таки засветит, если вы работу ищете. Если вы сейчас на стабильной работе находитесь, у вас идет такой момент, что вы, конечно, очень умный человек. Очень умный, у вас разум как иголочка. И вы сможете, знаете, справиться со всем. То есть у вас и здесь ситуация, да, что у вас есть все, чтобы решить все вопросы. И даже если, да, какая-то ситуация неприятная, любую змею под ногами вы сможете рассмотреть и обойти ее. То есть даже если какая-то будет ситуация непростая, неприятная, вы сможете не то, что вы будете справляться, да, прикладывать максимум усилий, вы сможете эту ситуацию обойти, понимаете? И где-то не пострадав и не задев, и никоим образом, знаете, эта ситуация не повлияет на вашу жизнь. То есть некий момент обойти препятствие. У вас может получиться обойти препятствие. В любом случае, я вам скажу, что эта неделя в работе очень классная. Я не вижу напряжения, я не вижу каких-то конфликтных ситуаций. Наоборот, некий ваш путь вам дает перспективы на будущее. И эти перспективы действительно можно ждать. Вот в будущем, да, смотрю в будущее и вижу перспективы. Очень для вас благоприятный период вот в работе. Да, действительно, здесь какая-то работа с документами, возможно, еще что-нибудь. Но здесь конкретно идет момент, что что-то выгорит, да, что-то будет иметь очень позитивный, классный результат. И действительно даст вам возможность ждать еще лучшего. Да, быть в предвкушении еще лучших каких-то событий в своей карьере, в своей профессиональном развитии своем. Вот так вот идем дальше. И так, он дальше у нас финансы. Смотрим финансы. Финансы. Будущая неделя. Финансы. Вы знаете, не очень вы будете. И здесь идет такой момент, что вам какой-то шанс будет дан, но вы его пока что не видите. Понимаете, вы его пока что не видите, но вам как будет дан шанс. Какая-то перемена идет, конкретная перемена, какое-то освобождение, какой-то момент. Если вам кто-то должен денег, вернет деньги. Вот действительно вернет деньги, потому что у вас идет какой-то перелом, да? Если в начале недели у вас есть каких-то очень мыслей много, которые связаны с финансовым вашим положением, да, какие-то вопросы, да, как что-то вам нужно где-то, но я вижу, что прям на протяжении недели, да, будет какой-то момент, да, облегчения, некий момент полета, да, вот как вот эту всю быль я оставляю вот позади буквально, да, и освобождаюсь. Здесь у нас идет момент, да, какое-то освобождение. То есть какой-то момент, возможно, именно в финансовом плане будет решен на протяжении этой недели. То, что, возможно, где-то вы за что-то переживаете. И то, что вы сейчас не видите, оно перед вами проявится. Вообще у вас очень такая активная позиция в финансовом плане, да. Ну вот по справедливости, знаете, вот выровнять некий баланс. У кого-то есть кредитная история, выровнять эту кредитную историю. Какие-то, да, вот что-то заплатить, какие-то, да, вот по счетам своим сможете, да. Сказать, что прям какое-то, да, веселье, да, деньги. Но я вам скажу, что здесь, конечно, идет момент какой-то помощи от мужчины-императора, от, возможно, вашего любимого человека, да. Или мужа, здесь может прийти какая-то вот финансовая поддержка. Здесь такое может пройти. Или какой-то подарок, удивление. Ну, что-то очень даже существенное. Но у нас здесь прямо вышло финансовый план. Некий баланс будет восстановлен. Вообще-то на материальное положение очень даже неплохо. Могут быть какие-то очень активные покупки, могут быть какие-то траты на себя, и очень даже классные, и очень даже нужные. Какой-то вот, да, момент ухода за собой для восстановления своей женской энергии. Для восстановления, да, своей вообще, да, внешний вид улучшить свой.
Хорошо, я вот хочу спросить, какие-то непредвиденные траты могут здесь быть? Могут ли быть непредвиденные траты? Нет, все по плану. Вот все как задумано, все как решено, все по плану. Каких-то непредвиденных расходов я не вижу. То есть то, что я задумал, я вот это сделаю, а вот непредвиденных нет. Вот так вот. Идем дальше. Любовь. Любовь для королевы кубков. Любовь для женщины, для которой личная жизнь всегда на первом плане. Всегда отношения, эмоции, любовь для королевы кубков – это очень важно. Давайте посмотрим для тех, кто в паре. Для тех, кто в паре. Что у нас здесь идет? Вспоминаю тоску, да? Какой-то такой момент. Девочки, если на расстоянии вы с кем-то, да, вот мужчина с вами на расстоянии сейчас, идет ситуация, что человек очень тоскует по вам, очень тоскует, вспоминает, да, ностальгирует где-то, очень скучает по вам. Вот здесь такая ситуация есть для тех, кто на расстоянии, для тех, кто рядом находится. Так какие-то планы, да, вот здесь идет момент, что-то планирую, какие-то мечты, какие-то, возможно, на сегодняшний день иллюзии, но я очень хочу дать им движение, дать им реальный ход, да, и жду партнерства с этой женщиной, какие-то планы общие с этой женщиной. Вообще, для тех, кто в паре, карта справедливости, то есть соблюден баланс. То есть отношения находятся, знаете, в таком равноправной ситуации. Если между вами какая-то вот сейчас есть какой-то раздор, да, этот вопрос будет решен. Этот вопрос между вами будет выяснен, будет решен и будет некий момент освобождения, да, от какой-то вот, возможно, тревоги, которая у вас есть. Например, если у вас какие-то недоразумения с любимым мужчиной. Но это для тех, кто в паре. Да, какие-то планы строятся. Планы строятся мужчиной. Если на расстоянии безумно тоскует, безумно скучает по вам. Вообще в отношениях вот такая, знаете, с одной стороны и наполнение такими эмоциями, наполнение желаниями, планами, да, вот это оно все, оно здесь. И прямо так глубоко в сердце. И очень хорошо, что все это идет по справедливости. То есть так или иначе это украшает вашу жизнь. Это дает ей свет, ей краски, ей наполнение и оживление. Вот так вот. Давайте посмотрим дальше. Для тех, кто в поиске. Для тех, кто находится сейчас в поиске. В свободном выборе, да? Скажи нам, для тех, кто в поиске. Вы королева. Вы королева и серьезные отношения для вас. Будет ли новое знакомство по справедливости? По справедливости ваш баланс будет соблюден. Соблюден баланс вашей личной жизни для вас, королевы, знаете, которая желает стабильных отношений. Но здесь идет момент, что какой-то мужчина будет писать, да, какая-то связь с мужчиной может быть. Ну, покажи, новое знакомство для женщины, которая в поиске, новое знакомство. Ой, девочки, очень даже, старший аркан влюбленный, очень даже классная энергетика. Действительно, ну вот, мужчина, который желает, да, и думает о вас, и желает и разговора, и желает и проявления, и желает и вот вам написать, позвонить, и по справедливости желает вот настоящей любви. То есть новое знакомство очень может быть, и очень даже благоприятное. Да, здесь идет момент, вам нужно куда-то выходить. Вам нужно выходить куда-то. Я вижу, что, конечно, по достоинству вас оценят, да.
вы займете правильную позицию и сможете создать очень равноправные отношения, наладить свою личную жизнь. Но здесь идет момент, вам надо куда-то, нужно куда-то выходить, да? Быть больше на улице, быть больше между людьми, в общении каком-то, да? Если женщина, вот какой-то закрытый образ жизни у нее, ну так или иначе, если закрытый образ жизни, у женщины, покажи. Если закрытый образ жизни, это как-то, знаете, во-первых, это может быть какое-то вот интернет-знакомство, да, для вас это вариант. Или же вот знакомство все-таки, знаете, как-то удлиняется, то есть нужно ждать шторма. Нужно ждать. Если у вас закрытый образ жизни, вам еще нужно ждать. Поэтому вот совет карт, выходите, выходите, гуляйте куда-то, знакомьтесь с новыми людьми, с компанией, вытягивайте каких-то подружек, знакомых, сотрудниц. Вот где-то бывайте, куда-то ходите. Не сидите дома запертыми, потому что вот этот момент знакомства с человеком действительно для вас нужным и важным, оно удлиняется, понимаете? Оно как бы не может нарушить вот этот баланс, оно не может, вот этот ветер перемен не может ворваться в ваше пространство и создать вот этот шторм эмоций, шторм знакомств, шторм чувств, да? Вот он не может прорваться в ваше пространство, потому выходите. Выходите, знакомьтесь, тяните всех, да, куда-то, да, будьте в потоке людей, будьте как-то вот в каком-то тесном общении с людьми. Да, вы можете познакомиться где-то вот с кем-то по интернету, но все равно совет карт выходить куда-то, да, на природу, куда-то съездить, на что-то посмотреть. Потому что на сегодняшний день действительно мы живем очень уособленно, мы живем, возможно, очень закрыто, да. И вот этот момент закрытости, он мешает нам наладить вот свою личную жизнь. Вот так вот. Но я вижу, что, конечно, по справедливости старший аркан влюбленные очень-очень благоприятное время у вас для новых знакомств. Очень классная энергия в вашу жизнь входит. Итак, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, что нужно знать, да, для вас на следующей неделе. Что нужно знать для вас? Ой, девочки, классные карты вышли. Во-первых, если вы в паре, ваш мужчина, ну, это какие-то мечты, да, которые реализуются, которые вот действительно приходят в вашу настоящую жизнь. Я вам скажу, что какие-то ваши планы, мечты, возможность на сегодняшний день иллюзии очень даже могут реализоваться. Но, конечно, для кого-то может пройти классное знакомство, а для кого-то может пройти, да, что именно ваш мужчина, мужчина, с которым вы в паре, он, это, конечно, разгар любви, разгар страсти, разгар отношений, разгар нежных чувств, и какие-то ваши, возможно, фантазии действительно реализуются. И здесь, вы знаете, такой идеальный момент покапризничать, как красивой, избалованной, изнеженной женщине. Покапризничать, и пусть мужчина исполняет ваши желания и ваши, знаете, какие-то хотелочки, ваши капризульки. Очень, знаете, такое благоприятное время побыть женщиной. Не забывайте об этом. Будьте любимы, будьте счастливы. Счастья и радости в ваши дома и в ваши сердца. Всего вам самого лучшего и до новых встреч. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, буду очень рада. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!